Специальные ASIC-майнеры для добычи эфириум планируют разработать и запустить в производство всемирно известный производитель оборудования для майнинга Bitmain. Новый майнер будет называться Antminer F3. В нем будет 3 материнские платы по 6 ASIC-процессоров в каждой, 32 платы памяти DDR3 по 1 гигабайту, а динамическая память 72 гигабайта. Хешрейт новой машины составит приблизительно 220 мегахешей в секунду. Он появится в продаже уже в 2018 году и будет стоить 2500-3000 долларов. Сейчас эфириум добывается на GPU-оборудовании на видеокартах AMD. Криптосообщество разделилось во мнениях. Одни негодуют, что новая машина сведет к нулю прибыль от нынешней добычи, а другие в недоумении от такого заявления, поскольку в планах эфириум переход к алгоритму Proof of Stake, где имеет значение не оборудование, а количество монет-токенов на счету пользователя. В настоящее время Bitmain производит ASIC-майнеры для добычи биткоинов, Litecoin и с недавнего времени SiCoin.